нас все хорошо. Вы знаете, это приятное событие, прежде всего. А во-вторых, это момент, когда с людьми нужно поделиться музыкой. А вы видуете все концерты Максима? Нет, ну просто я не всегда там, где Максим, но в Киеве я есть. А что скажете насчет того, что это же наибольший концерт, раньше такого масштаба? Да, это впервые 5000 человек на концерте Макса. Сейчас. Да, конечно, ну это невероятный рост. Ну слушайте, ну 7 лет уже, насколько я помню. Это вы сегодня все увидите, ребят. Ну Макса действительно называют сейчас лучшим артистом в Украине. Вы согласны? Мужчина. Да, лучшим певцом в Украине, я думаю, не только в Украине, также он достаточно признанный в Германии, в Прибалтике, и в России, и в Казахстане. И на ваш взгляд, чья это заслуга? Команды, прежде всего. Ну и, безусловно, Макса. Потому что Макс является автором и продюсером своих песен. Это очень важно. Это редкий случай, когда артисты считают себе такое количество талантов.